Всем привет! Сегодня 27 июля, Московская область. Вчера буквально приобрела 3 ягодных куста в Москве, в питомнике в частном. И хочу вам показать сорта. Погода у нас сегодня отличная. Градусов, наверное, 28, это точно. На солнце очень жарко, поэтому сижу в березах. Ну и есть ветерок, но теплый, это хорошо. Итак, приобрела крыжовник, сорт зеленый бутылочный. Куст средний по высоте и по густоте, среднеспелый, ягода крупная, 8-10 грамм, некоторые ягодки есть и по 16. Мякоть и цвет самой ягодки зеленый, на вкус, как пишут, кисло-сладкая, ну в общем вкус такой приятный. Очень урожайный сорт, каждый год дает урожай. И что самое главное, для Московской области он зимостойкий. Очень хорошие о нем отзывы, но есть, конечно, и минусы. Он, например, малоустойчив к сферотеке, то есть это вот американская мучнистая роса. Но ею болеет не только крыжовник, конечно, и смородина, поэтому можно контролировать это заболевание. Ну, например, это прореживать крону, убирать опавшие листья, конечно же, сажать на солнечных местах. И если уже есть заболевание, обрывать уже и верхушки листьев. Этот сорт с шипами. Почему говорю шипами? Потому что у меня вообще сорт растет в огороде, и он без шипа. Я вам уже потом свои сорта ягодных покажу. Следующая покупка — это сорт черной смородины, но необычная. Ягодка у нее зеленая, хотя по вкусу и по запаху настоящая черная смородина. И говорят, что у такого сорта витамина С больше, чем в обычной черной. Куст компактный, высотой около метра, урожайный, но пишут, что он позднеспелый. И самое важное, конечно, что зимостойкая. Ягодка прозрачная, зеленая. Я уже, конечно, попробовала. Выглядит вот так. И мне показалось, что она все-таки понежнее по вкусу и по плотности, чем черная. И кожица у нее понежнее, и, так сказать, начинка понежнее. Вкус кисло-сладкий. Угу. В принципе, я думаю, что она не слаще, чем черная смородина. Хотя пишет, что она послаще будет. Ну, в общем, вот такую смородину приобрела. По-моему, я не сказала, что это за сорт. Сорт называется Верти. Вот так она выглядит. И на ягодках еще, на кожице, бывают такие, знаете, как веснушки. Она настолько зелено-прозрачная, что, видите, костяночка видна. Красивая, вкусная ягода и необычная. Еще приобрела и ежевику. Сейчас прочтем название. Так, Heaven can wait. Это небеса могут подождать. До нынешнего года у меня на участке не было ежевики, вообще не выращивала никогда. Уже один сорт я посадила, осеич, и сейчас вот приобрела «Небеса могут подождать». Название очень красивое, оригинальное, но покупала не из-за названия, а из-за отзывов на этот сорт. Ягода вкусная, сладкая, а этот сорт без шипы. И, конечно, из минусов, что он не зимостойкий, его нужно накрывать, но мне кажется, все такие сорта без шипы, вот прямо стоячие, мне кажется, их все у нас в Московской области нужно накрывать. В этой части огорода растут ягодные кустарники. Это крыжовник. Здесь 2 растения высажено. К большому сожалению, я не знаю этот сорт. Его 3 года назад привезла мама из Башкирии. Был сюда высажен буквально 2 маленькими веточками. И вот так он уже разросся. Я очень люблю узнать, какие сорта у меня растут в моем огороде, чтобы иметь представление, как должен выглядеть куст и какова будет ягода. Но что есть, то есть. Крыжовник этот без шипы, он темного цвета. Сейчас покажу ягоду. Вот такая ягода, цветом как черная смородина, или, знаете, нет, черная смородина, она черного цвета, а это, знаете, такой темно-темный бордо.
вот такой цвет у крыжовника. Варенье получается очень красивое. Я уже делала и делала с него пастилу. По вкусу кисло-сладкий. При полном созревании из минуса он осыпается. То есть все, полностью вызревшая ягода сразу падает. Но ничего страшного, когда она падает, она очень долго лежит. То есть она не сразу портится, а можно пособирать и прекрасно сварить варенье. То, что я, в принципе, и делала. По вкусу, я же говорю, он кисло-сладкий, довольно-таки нормальная ягода. Два куста, высаженные с расстоянием в 1.5 метра. Я вот думаю, что надо было, наверное, больше расстояния держать, потому что он довольно-таки очень хорошо разрастается в кроне. Но после сбора ягод я буду немножко вырезать побеги. Так, следующее у меня здесь посажено два сорта черной смородины. Сорта прямо сейчас я не скажу, у меня записано не в тетрадях, поэтому я напишу где-нибудь в уголке. Отличные сорта, высаженные, наверное, года 4 назад сюда. Отличный урожай, ягода крупная. Куст средний и по кроне, и по высоте. Ягода действительно вкусная. Очень мне нравится эта смородина. Урожайная, урожай дает каждый год. Вот буквально позавчера я уже весь урожай собрала. Один сорт здесь он ранний, а здесь среднеспелый. То есть сначала я с этого куста смородины собираю, а уже через неделю у меня с этого. То есть видите, смородина еще вот висит. Это самая мелкая осталась. Но она такого я не собрала, потому что она такого бордового цвета еще. Тоже буду в этом году немножко вырезать побеги. Потому что если не вырезать, то она мельчеет. Так, дальше. Дальше у меня здесь черная смородина растет, стоит лопата. Знаете почему? Потому что буду ее выкапывать. Эти два куста я привезла из Ростовской области, буквально вот такими веточками. Прошлой осенью ее посадила, и вот они вот так вымахали. Куст, сейчас я его подниму, чтобы понять. Вот, в общем, куст очень высокорослый, 1.5 метра или на 1.7 метра, но не меньше, в высоту. Очень сильно дает поросль. Это все вот уже дополнительные вот они побеги. Представляете, это вообще практически уже с мой рост. Поросли очень много. Сейчас саму ягоду покажу. Вот она, ягода, мелкая ягода. Больше в ней кислоты. То есть она не кисло-сладкая, она, можно сказать, кислая, мелкая. Форма она, у нее такая немножко вытянутая. В общем, не понравился мне этот сорт. Я не знаю, даже сорт это или не сорт, потому что я выкапывала просто там на участке. Мне подарили. Не нравится. Этот куст я сегодня буду выкапывать. Сюда буду сажать крыжовник зеленый бутылочный, а сюда буду сажать смородину зеленую верти. Все. Потому что если меня не устраивает ягода, я выкапываю, избавляюсь. Потому что просто так, чтобы росло, но нет времени так просто ухаживать. Сажаю то, от чего получаю удовольствие. Следующий сорт – это красная смородина. Тоже название сейчас не вспомню, напишу. По тетрадке посмотрю. Я не люблю, в семье у нас в принципе никто не ест красную смородину, решила посадить для разнообразия. Похвалили этот сорт, сказали, купи, не пожалеешь. Ну вот, купила. Купила прошлой весной, посадила, небольшая веточка была примерно вот такая, благополучно посадила, она так у меня хорошо пошла в рост, и тут мне ее скосили. Просто под ноль, я уж думала, все, пропала. Нет, она, смотрите, отросла и дает хорошие вот побеги. Но летом, в начале лета она у меня заболела. Вот остатки листьев. Это галловая тля на нее напала. Я уже потом почитала, что, конечно, черная, белая смородина больше от нее болеет, чем черная. То есть вот у нее листики как будто понежнее, поэтому на нее нападает эта болячка.
Вот, хотя с черной смородиной я вообще такой беды вообще не знала. Я когда первый раз увидела вот эти красные листья, перевернула, и там еще тля копошилась, вот эта галовая. Я вообще в шоке была. Я ее долго лечила. Наверное, 3 обработки я точно сделала, чтобы ее реально спасти. Вот она уже дает, видите, хорошие листики. Но некоторые листы я еще не убрала. Листы, которые убирала, я их сжигала. Вот потихоньку я эти листы все буду убирать. Сейчас будут молоденькие нарастать, а эти я буду убирать и сжигать. Потому что не все убрала. Побоялась, что если я оборву все листья, которые уже вылечила, то оно у меня вообще не выкарабкается. Но ничего, потихоньку я эти листья убираю. Вот такая красная смородина, не знаю. Я посмотрю еще на следующий год. Я уже знаю, что она болеет этой болячкой. Ее придется мне обрабатывать, то есть заранее, да, как профилактику делать. Если она у меня в следующий год все хорошо с ней будет, не будет никаких болячек, то я ее оставлю. Заболеет, буду убирать. Я не хочу эти болячки разводить у себя в огороде. Буду сажать сорта, которые реально они более или менее устойчивы к этим всем заболеваниям. Так, и сейчас еще покажу ежевику осеич, которую я посадила, наверное, 2 недели назад. Растет у меня ежевика, сорт осеич. Это тоже бесшипая, а заказывала вообще по почте. Сорт, конечно, не дешевый, но я думаю, что она стоит того, потому что брала только из-за ягоды. Потому что, как пишут в описании, она считается самой сладкой ягодой среди всех ежевик. Тоже побеги прямостоящие, потихоньку я уже их наклоняю, потому что тоже ее буду в зиму укрывать укрывным материалом. Ничего такого в посадке нет, замульчировала это у меня кора, потому что здесь у меня солнечное, очень солнечное место. Здесь ежевику посадила и сейчас 3 метра отступлю, посажу уже сорт «Небеса могут подождать». И буду ее выращивать на шпалере. Пока ее нет, не установили. Я думаю, что это осенью мы сделаем. И уже потом по весне буду ее из укрытия поднимать и на шпалеру. Ну, хорошо она вроде бы пошла, потому что прислали мне по почте. Буквально вот такая маленькая веточка была. Вот. И вот она, видите, уже как разрастается потихоньку. Здесь посажена голубика. Я снимала по этому поводу видео, есть на канале, можно посмотреть. Вот она у меня только-только, как говорится, начала отходить и уже дает потихоньку маленький прирост. Вот, вот этот вот она выдала, его не было. Полностью посажена на органике. Здесь специально в лес я ездила, доставала перепревшую кору здесь у меня. Видите, земля влажная, замульчирована еловым опадом. В общем, стараюсь, поддерживаю влажность. Это сорт Blue Crop. Здесь сорт Патриот. Тоже начинают потихоньку выдавать новые побеги прироста. Вот буквально это уже приросло, веточка. Здесь начался прирост. Переболела, конечно, она у меня. Минеральными удобрениями я не пользуюсь. Видите, здесь все влажно. Здесь коровый компост, кислый торф и еловый опад. И здесь Blue Jay, по-моему, сорт тоже я напишу. Нужно будет мне посмотреть по тетради. Вот тоже. Вот он, прирост пошел молодой. Вот. Листики, в принципе, нормальные. После высадки через неделю они вообще у меня все покраснели. Буквально все были вот такого бордового цвета. Я уже думала, ну все, она у меня не выживет. Но вы знаете, она, главное переждать, она у меня переболела. И вот смотрите уже, какие зелененькие листики. Вот, ничего больше не делаю, только вот полив. Смотрю. Разгребаю, влажно, уже хорошо, но поливаю довольно-таки часто, потому что полив для голубики это очень важно. Ну, надеюсь, что она приживется, потому что у меня мечта вырастить на своем участке голубику.
конечно, не просто вырастить, но и получить очень вкусные и красивые ягоды. Здесь у меня растет малина. В этом году ее нет. Не знаю, может быть, и ремонтантные сорта и дадут ягодку. Я увижу хотя бы сигнальную. Ой, выкорчила всю старую свою малину, которую мне не нравилась, и засадила теми сортами, которые, в принципе, хотела. Но еще несколько сортов хочу приобрести, но это, наверное, по осени. Ухаживаю за ней, поливаю. Лист у нее чистенький, красивенький, хорошенький. Здесь сорта у меня и карамелька, брянская дива. Еще каких-то несколько сортов. Нужно смотреть по тетради. Вот найду я это, напишу. Вот так она выглядит. Хорошие побеги. Прирост она хорош дала. Мне нравятся некоторые сорта. Я по почте выписывала. Вот, смотрите, какие. Кратко хочу показать, как буду высаживать крыжовник. Смородину сажать буду точно так же. Значит, выкапываю яму примерно раза 4-5 больше, чем корневой ком. Заложила сюда перепревший коровий навоз. Вот выглядит он вот так, полностью перепревший. Смешиваю его здесь с огородной землей. Вот, вытащила уже крыжовник. Накануне, вот буквально недавно, я его пролила. Здесь не особо много корней, чтобы так, знаете, сильно потрошить его, этот корневой ком. Вот так я его выставляю. Сейчас очень хорошо проливаю. И слегка на сантиметра 3-4 я буду заглублять побеги. Все. И, конечно же, когда засыплю землей, я опять пролью и замульчирую сверху. И дней 5 первых после высадки я каждый день поливаю, чтобы растение очень хорошо прижилось. Минеральными удобрениями при высадке и при выращивании я не использую. Смородину после высадки я, конечно, обрежу. Уберу полностью эту ветку, вот эту оголившуюся, вот эту всю мелкотню, которая растет вовнутрь. Потом срежу все сухие макушки здесь, здесь, и полностью уберу ягоды. Смородину тоже буду заглублять и чуть-чуть буду высаживать под наклоном. Градус совсем небольшой. Я делаю наклона как и крыжовник, так и смородину. Замульчировала пока корой. Нет скошенной травы. Набросала кору. И здесь у меня сорт зеленый бутылочный. Это крыжовник. Тоже замульчировала. Крыжовник я не подстригала. Вот высадила как есть. По-моему, не сказала, что все ягодные кусты, которые я приобрела, они двулетние. И тут таким же образом я буду сажать ежевику. Тоже обязательно буду мульчировать, но ежевику я побеги не укорачиваю. Вот, высаживаю как есть. Если у вас есть такие сорта кустарников, напишите, как они вам нравятся и какая у них, конечно, урожайность. И самое главное, какой вкус. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего и всем пока!